Здравствуйте, друзья! И в этом видео мы рассмотрим еще одну игрушку, которая очень сильно приближена к настоящей коллекционной модели. Это модель автокрана. И не указан производитель данной модели, так же как и марка этой машины. Как видите, на бортах написано только Dynamic ST004A, но по таким данным такого автокрана нету. Поэтому это такая фантазийная модель, но тем не менее она хорошо попадает в масштаб. И так как очень большое количество различных автокранов, различной конфигурации, различных размеров, то можно смело утверждать, что эта модель, она в принципе попадает в масштаб 1 к 43. Я вам для наглядности рядом поставлю модель Запорожца. И все, я думаю, знают габариты Запорожца, и поэтому вы можете, в принципе, представить идентичный размер автокрана. Как вы видите, он хорошо попадает в масштаб, и он намного больше, чем легковая машина. И, в принципе, я его сравнивал также с грузовиками. Он по пропорциям, по ширине, по размеру колес, он хорошо попадает в 43-й масштаб. Но вернемся к самому крану. Рама автомобиля изготовлена из пластика, так же как и колеса, в то время как кабина и задняя часть крана изготовлена из металла. Модель покрашена в желтый цвет. Видите, сзади имеется фигурка оператора крана. В модели проработанный салон. Отдельные зеркала заднего вида. Также можно управлять крюком модели. Сам крюк сделан из металла. У модели также регулируется стрела, как по высоте, так и по вылету. И вы слышите характерные щелчки при подъеме и опускании как крюка, так и самой стрелы. И это сделано так, что при нагрузке ваша стрела и ваш крючок, он фиксируется, поэтому вы можете на модель подвесить груз, и у вас не будет падать ни стрела, ни крюк модели. Также у данной модели выдвигаются лапы для более устойчивой работы крана. И в целом такая вот замечательная модель. Также имеются отдельные мигалки на крыше. И башня, она поворачивается. И эту модель я покупал давно, уже более 10 лет назад, поэтому не знаю, производят ли сейчас еще такие модели, но в продаже я больше таких моделей не встречал. Поэтому, кто захочет купить такой же кран, не знаю, смотрите на аукционах, может быть, вам повезет. И это был обзор модели автокрана. Спасибо за внимание, увидимся в следующем видео.